Он ждет, видишь, потому что ты спит. О, смотри, сразу. Почему? Татья. Поэтому они могут станцию, видишь, слева и справа объехать. Может, станцию в сторону выход, видишь? Смотрите, как интересно устроены автобусные остановки. Они прямо на светофорах, вот прямо на светофорах автобусной остановки. А мы подошли, удивились, что нашего автобуса здесь нет. А он, оказывается, вот там, на той линии, представляете? То есть, как бы две полосы, да, в этой полосе становится 360 и 590, а в той полосе там 81, который нам нужен. Забавно. Ну что, везде есть стены и везде есть монахи, да? В плащах. Ребят, ну мне кажется, это хорошее место, чтобы гулять в тенечке. Вам как, сегодня жарко? Васян? Скоро станет жарко. Скоро станет жарко, да, на солнышке жарко. Термы Каракалиса, или как-то так, поправьте, как это правильно произносится. Но выглядит, конечно, большая хренота, сильно разрушенная. Это не главный вход, это мы сбоку, так просто показать. Сделано прямо из кирпичиков, из каких-то удивительно. Разве могли римляне из таких маленьких кирпичиков? Земля устлана какими-то желудями. Между прочим, в этом большое отличие испанского хамона и прошута, или как он там называется. То есть, смотрите, в Испании свиней кормят каштанами, а здесь свиней кормят желудями. Поэтому вкус мяса разный. Так, ну мы направляемся к главному входу, но по дороге можем созерцать остатки былого величия. Но выглядит величие довольно разрушенным, так скажем, но большим. Опять вот огромные вам стены, все как-то тут немножко реставрируется, видно. А мы все ближе и ближе к входу. Добрались до входа. Тут есть очередь, но очередь смешная по римским меркам. Так что мы, в общем, намерены сходить, да? Угу. Такая очередь. У нас мама в ней ждет, а мы тут сидим с ребятами. Привет, ребят. Привет. Привет, мама. Привет. Вы знаете, куда мы идем? Вася, знаешь, куда мы идем? Волк, знаешь, куда мы идем? Термы Каракалиса, да? Но вообще наше пребывание в Риме уже заканчивается, уже завтра мы поедем. У вас есть какие-то уже впечатления? Что-то понравилось? Что тебе понравилось? Мне понравилось Баба-Яга с конфетками. Баба-Яга с конфетками. Что еще? Еще бутерброды, которые мы здесь вкусные покупаем. Бутерброды вкусные. Что еще? Еще. Пицца понравилась? Да. Паста понравилась? Да. Гулять понравилось? Да. Замки понравились? Церкви понравились? Да. Васику все понравилось. Ой, а тебе что понравилось? Пицца. Пицца. Что еще? А можно говорить то, что связано с Римом? Так, так и надо. А, тогда фильмы два. Два фильма? Да, да. Про гладиатора и Спартака. Про гладиатора и про Спартака, да, два фильма. А ты видел Колизей, где вот эти на самом деле выбрали гладиатора? Видел? Да. А вообще из развалин Рима тебе какая особенно понравилась? Ну да, все считается развалины. Мне вот это понравилось. Вот эти вот? Мы же с вами, вы же еще их не все посмотрели еще. Мне вот это понравилось. Понравилось все равно, да? Тогда Колизей. Тогда Колизей? Ну ладно. Что-то еще. А что не понравилось сильно? Прям сильно не понравилось. Такого было? Нет. Не было, все нормально, да? А квартира наша нравится? Да. А на электричке нравится? Вася, тебе нравится на электричке ездить? Да. А на метро? Мне понравилось, что Дед Мороз принес такой подарок. Какой? Тараканов? Ну, немножко связано. Немножко связано. Вот такие у ребят пока воспоминания. Тараканы, пицца, что еще? И фильмы. Колизей, ой, Гладиатор и Спартак. Так, термы, еще раз, как называется? Термы, Кара... Читаю еще раз. Термы... Каракалы. Термы Каракалы, вот так вот называется. И Каракал, это, оказывается, не город. Каракала, оказывается, это император. И спроектировано это так. Термы, оказывается, вот это вот большие, это термы, то есть бани. И где мы сейчас ходим, это стадион. И можно было наблюдать за боями или за соревнованиями, прямо не выходя из бани. В этом суть была. Вся колонны валяются, говорят, строилась уже на закате Римской империи. И было уже довольно много более мелких терм.
Вот так он выглядит с другой точки, этот стадиончик. Превращенный в сад в 537 году прекратило функционирование это заведение. Как обычно, колонн куча, да, всяких. На табличке тут было написано, что в 12 веке все эти колонны и прочие украшения, которые были здесь, вот там, не знаю, как назвать, в амфитеатре в этом, были уничтожены по приказу попа. Поп написано Инноцент II, не знаю, невинный второй переводится, не переводится, не знаю. Но видно, что тут, да, такая прям похожа на другие строения. Напротив остатки этих бань, такие же, как и слева, так и справа, слегка разрушены. И вообще там интересно, такой аудиогид нам рассказывал, что так как заброшенные были реально давно, то есть там в 500-м каком-то году, они были погребены под всяким мусором, и в общем как бы не особо понимали люди, зачем они вообще нужны. Потом только раскопали их предназначение. Современный элемент тут вот обед, вот, яйца чистят. Сложно соблюдать баланс, когда вот сильно отремонтированная старина, мне тоже как-то не нравится. Я вот недоволен, что там Колизей ремонтируют, восстанавливают. С одной стороны, мне так казалось. Но с другой стороны, когда вот совсем такая разруха, ну как бы тоже смотреть особо не на что. Ну и сблизи, кстати, поинтереснее довольно видно такие внутренние переборки всякие, как это немножко было устроено. Поинтереснее. Мы добрались до южной окраины этих термов. Довольно интересно, потому что тут вырос такой парк, ухоженный. И вот нас заинтересовала эта канава. Что ж это за канава? Явно какой-то новодел, что конкретно непонятно. Так, чайки на охране, все в порядке. Кирпичик какой-то слишком уж свеженький. Подозрительно. Но раз уж за билет плачено, то мы решили устроить тут обед, пикник. Вот, у нас есть с собой всякие... Что у нас с собой есть? Бананы, что еще? Кокосы, да? Кокос. Вот мы сейчас будем тогда устраивать здесь обед. Привет. Где мы находимся, ребят? Как это называется? Это называется римские бани, да? Бани Караканис. И уже на выходе мы заметили вход внутрь этих бань. Сейчас пойдем посмотрим. Возьмем, ладно, свой. Ух ты, мозаика, точно. Сохранилась, что ли? Ничего себе, тут даже часть купола сохранилась. Ну так тут-то, ребят, поинтереснее пошло. Мы, оказывается, не с той стороны ходили. Теперь мы попали внутрь. Тут уже сильно поинтереснее. Вот, там еще проходы есть. Смотри сверху, какие залы прямо. И купола, да. Вот. Оказывается, где самое, это настоящее все сокровище. Смотрите, вон еще элементы мозаики остались. Вам видно? Ничего себе, наверное, тут была какая-нибудь красивая картина. Это был какой-нибудь зал с куполом. Вот тут, видите, какая-то колонна. Или колодец. О, точно, смотрите. Ну, Вася, ну ничего, у тебя глазки какие. Ну, это часть картины, видишь? Ну, сохранилось, видишь, как вот нога слева. Просто, видимо... Поразграбили, по-старое, что там рассыпало, все это осталось. Одна-то есть, а вторая вперед шагала, там, наверное, какой-нибудь ахиллес был. Мне сто раз стало интереснее. Папа, тут хорошо описали. Да, все описано, на итальянском. Сейчас мы туда попадем тоже. Да, так, пройдем. Ничего себе, какая красотища. Ну это хорошо. Это вообще хорошо, что нашлась такая красота. Сейчас все увидим. Ой, там впереди какой. Там впереди, похоже, какой-то огромный зал. И тут ничего себе, своды-то какие. Вот это да, вот это термы. Да, это мы даже не видели выход из парка. Тут смотрите, какая-то опера. Вот я сам удивляюсь. Тут еще и лампы. Да. Интересненько. Пойдемте дальше.
Да. Ну, а тут начали видно новым кирпичиком облицовывать. Да, вон и видно. И железные болты ставить. Чтобы не рассыпать. Ну блин, ну здоровая хрень там по большому счету. Сорока, скорее всего. Это с краской. Похоже, да. Тут больше стало сильно мозаики всякой разной. Интересно, можно ли из этой картины собрать мозаики? Да, похоже. Она, скорее всего, была везде разбросана. Скульптуры греческие какие-то, или римские. Ой, там много мозаик. Ничего себе тут. О-хо-хо-хо-хо. Миллион всего. Миллион мозаик. Ох, какой свод. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня аж голова закружилась. Там какой-то бык я вижу на мозаике. Лошади. Огромная штука, как оказалось. О, уже видно луну опять. Кто выглядит? О, тут еще остались барельефы даже сверху. Тут уже подразрушено, но в целом годится еще. Конечно, ремонтировать это я бы себе на даче не стал. Могли мозаику собрать? Да, а, да, два куска рядом, да. А вот всю картину ее вот показали. Вся картина, видишь, где стоит? Вот на плакате вся картина собрана. Просто, видимо, часть мозаики разослали по музеям, а картину оставили здесь. Так, ну пойдемте в тот проход тоже сходим. Барельефы мне, кстати, нравятся. То есть, видно, тут зал-то был красивенький. Вот, а вот эти большие кирпичи на своде, это, кстати, уже сильно-сильно больше похоже на настоящее римское, а не обложенное кирпичиком новодел. Но, как нам тут говорят в гидах, действительно, римляне тоже маленькие кирпичики использовали, оказывается. Пол, похоже, тоже оригинальный. Видите, как сделан? Уже мозаика такая. Заходим в другие залы, вот тут видим лестницу. Смотрите, сначала так налево, потом направо, наверх подниматься лестница. Да, узор один тоже повторяющийся. Ауподитериум. Что бы это ни значило. Ой, зал. Еще масштабнее, я бы сказал бы. Васик довольный. Васик, почему такой довольный? Потому что он узнал, что в Греции тоже есть кокосы, поэтому он доволен. Так, идем дальше. Люди ходят со стереомаской. Отсюда вид хороший, прям скажем. Кому? Угу. Так, ну вот, значит, античный бассейн. Пойдем дальше. Тут, видимо, колонн. Тут, видимо, уже там вот полагалось в бассейне плавать. А, да, вот все расписано, да. Все расписано. Значит, там бассейн слева полагалось, а тут полагалось с гетерами вино пить. Гетеры. Это такие музы такие, которые стихи придумывают. Еще один мостик. Он какой-то новодел там на стене нарисовали. Ну вот христианам захотелось так нарисовать, чтобы они не думали, чтобы это, что римляне могут оставить эту свою историю, христиане пририсовали эту свою икону тоже. Ну да, огромная штука, конечно. Колонны. Колонны прямо из цельного камня, ужас. Да. Ты бы, понятно, покупался, но бассейн, похоже, не сохранился. Нет, тут тоже бассейн написано, тоже написано бассейн. Это вообще такие были бассейны, они с разной водой были, где-то потеплее. А как во Вьетнаме, помните, у вас было где-то потеплее? Плитка такая внизу была. Да-да-да, плитка, это пол бассейна. Так, вот еще участки восстановлены. Плитки восстановленных узоров. Красивенько, конечно, вид, но, скажем, мы такое уже видали.
Так, написано Палестрая. Выкопанный в 1870-м. Двойной и симметричный. Смотри, какой рисуночек смешной, да? Выполненный плиткой. Да, атлеты разные. Ну, просто амфитеатр, в общем, был такой. Да, сына? Тоже есть связь времен. Видите, справа мы покидаем античный. Вот так, видите, это изнутри выглядело? И конструкция. Вот эти бассейны, где слева мы сейчас гуляли. Вот эти своды, справа залы, а потом справа уже был этот... для спорта, это как называется. А вот он для спорта до сих пор сохранился. Видите, вот люди там бегают. Кто в шахматы не может играть, тому такое. Он разбегается. Бом, примет. Казалось бы, все праздники позади, а нет. Только собирают еще вот шатры для какого-то очередного уличного праздника. Называется Альфа Ромео, видите, итальянского дизайна. Раньше итальянский дизайн был очень модный. В качестве украшения тут выступают такие вот лавровые веночки. Ну что, выбрались мы с этих термов. Впереди цирк Максимуса, куча колонн.